Я думаю, что журналисты не просто должны, они обязаны быть в зоне боевых действий для того, чтобы освещать реальные события, которые там происходят. Но журналисты должны быть защищены, во-первых, государствами, которые участвуют во всех этих событиях. То есть журналист неприкосновенен. Если написано «пресса», если человек в специальном жилете, если есть опознавательный знак, что это пресса, то убийство или причинение вреда здоровью такому человеку – это серьезнейшее преступление. Оно должно быть с тяжкими последствиями. А в этой ситуации, я думаю, что вот то, что происходит, наши руководители СМИ должны гарантировать журналистам защиту, в том числе и путем страхования их жизни на очень серьезные крупные суммы.